Всем привет, вы на канале Сурнов Никита. И помните, что мы играем в Лигу Легенд. Значит, решил я поиграть в Лигу Легенд. Я вот за время отсутствия на Ютубе играл. Вот в последнее время играл на персонаже таком, как Зерати. Оказалось, приятный чемпион. Не сказать, что прям имба. Да, то есть, ну не прям имба. О, там... Все победы у меня выигрышные были. То есть, ну, знаете, проигрышные, как они бывают. Джангл Див и все. Вот. Так, звук, наверное, погромче можно сделать. Найду тебя. Значит, что у нас по рунам? Ну, по рунам можете стандартные посмотреть. Короче, вот ударное опережение. Закупы у нас Бури Людена в основном. Типа это взрывной урон основной. Да. Вот, я обычно покупаю Люден. Ну, там смотрим, типа, что у нас по противникам. Там хил, не хил. То есть можно, например, после книги, да, после главы взять, например, сферу забвения. Да, то есть, ну, достаточно удобно. Первым я качаю Вэшку, потому что ей проще попасть, чем Пьюшкой, да, там в начале особенно там можно замедлить, заработать там вот эти 20 голдинки на клинке. Так, ужил у нас Джин, со второй пачкой решил дать фору. Наверное, мне фору решил дать, чтобы я подкачался. Надо подкачаться, надо. Сейчас нет смысла отдавать. Типа мы, ну, хараснем, да, у нас потратится мана, но мы не заработаем свои 20 копеек. А вот теперь можно похарасить нормально. Оп, плюс 60. Против танков вообще очень приятно играть. Против Леона я еще не играл. Но различные танки. Единственный, кто ректит вот прям так жестко, это Юми. Ректит Юми и Пай. Бомба в начале простецкий, Вэшка, потом Кьюшка. То есть Кьюшкой относительно сложно попасть, да, так? Или ты, конечно, не профессионал. А после Вэшки очень легко. Красиво. То есть вот мы, оп, мы 100% попадаем. Ну ладно, не 100%, но мы... Увеличиваем шанс попадания намного. Потому что двигаются медленней. Передвижение медленнее. Как бы, ну, это не мега гайд, это просто вот как я играю. Возможно, это неправильно. Возможно, там. Это вот то, что я понял из игр. Там сколько я? Штук 20-30 сыграл. Вот что я понял, что кьюшку точно нет смысла вот на первом брать. Это я точно понял. Блин, ну видите, не вот всегда попадаешь. О, попал. Ну, Ешка у нас стан. Противник убит. Стан и стан. Чтобы бубнить. Союзник убит. Вот, держим тут камеру. Можно поставить сюда вардецкий. Взять харасмент еще раз Леону. Бам. Бам. Да, тут неприятно у нас. Ну, мы... Как это называется? О, тут мы вообще крутые. Славно. Ну вот, короче, вот так оно и делается, в принципе. Максить Кью. Пробовал я одну сыграть максить Вэшку. Мне показалось имба, но нет. Там очень мало дэмэджа. Там типа урон 200. Ну тут 230, но с Люденом он как-то прям вообще... Я так не понял, Люден, да? Люден. Люден. Любем. Короче, Люден. То есть тут поприятнее. Чё тут обычно покупаем на первом? Так, так, если еще не накопили. Покупаем две книжечки, плюс вардик и все. По вардам, что вот я понимаю, да? Возможно, все неправильно, все субъективно и так далее.
Опять же, кто у нас? Удир. Ну, Удир, скорее всего, отсюда пойдет. Вряд ли он с этой стороны. Вот в начале, да. То есть он обычно по прямой побежит просто на своем кабане. Или кто у него там, на баране. И все. Че у нас так тупит Джин? Леона в кустах, да? Ну, неохота как-то выходить. То есть, если Джин с нулевой бы секунды пошел, да, и не так, короче, долго тупил, было бы еще больше преимущества, да? Так, она не тут. А где она? То есть дэмэджа прям много, да? Ну, короче, тут что, главное АДК всегда контрить как с Леоной. То есть всегда мы контрим... Но я тут специально забайтил. Тут надо было байтить, потому что нам Вуконг показал, что он идет. То есть Вуконг показал. Ладно, я всем промазал. Я просто нервничаю. Но все равно, дабл килл. Двоих забрали. Надо пропушить. Все. Фармить на зарыте очень приятно, да, то есть ты очень быстро людена собираешь. Намного быстрее, чем на каком-нибудь там люксе, да, на какой-нибудь люксе. Вот мне показалось, что как-то побыстрее. Ну, ну ладно, тут он приплыл. Тут я никак бы не помог. Ну что у нас получается? 430. Ну тут Люден, не знаю. Просто в тупо в Людена собирать все. Что там пишет? Итлин пишет, вам еще и лес хелпует. Ну а что поделать, если это такая важная... Ты написал своим пожаловаться. Ник-ник. Короче, очень много ноют вообще не по делу в этой игре, да, то есть там очень, как это сказать, не по факту, просто ноют. Что-то не понравилось, ноют, то есть не по игре. То есть, например, да, ты вот стоишь, ты лесник, вот я когда на леснике играю, бля, как сложно на всех трех линиях быть одновременно, это же нереально. Хотя от этого просят постоянно, бля, нас съебут и так далее. То есть, ну вот как? Это непонятно мне. Это она не ультанула. Блин, попал бы, можно было бы улететь попробовать. А, подожди, у Джина еще нет шестого. Блин, с Леоной вот сейчас неприятно. Просто у меня мало хп, так-то пофиг. У меня есть еще изнурение. Не страшно. Ну, ничем не попал. И я ничем не попал. А сыкотная. Она меня сейчас любой фигней бахнет. Нормально. Ну, ладно, я скажу так, это тяжко.
это тяжко. Они так мансят. Ты вроде и пытаешься понять, куда он замансит. То есть там вправо-влево, но все равно тяжко. Мне тяжко. То есть на Жане я еще хорошо кидаю ветра. То есть там как-то вот майнгейм работает прям круто. Тут вот у меня пока еще нет такого. Ну, на Жане я побольше наиграл игр. Блин, жара жуть в Москве. Я сейчас умру. Такое пекло. Я сажусь, записываю видео. Там по полчаса, по 40 минут. Иду в душ. Опять. Записываю видос, иду в душ. Это невыносимо. Блин, забыл. Вот заговорился, забыл взять лупу. Блин, лучше сюда поставить. Так-то мы проверим. Ничего нет, гуд. Кидаем сюда, кидаем сюда. Тут, скорее всего, пинг. Тут вот, конечно, нечестно. Тут пинг удобнее стоит, да, чем там. То есть вот не супер зеркальная карта, да. Неприятно. Вот поэтому в доте она как бы такая же, да, то есть не сниз, вверх-вверх, но, как это называется? Противник убит. Ну там роли по-другому идут, то есть там харда вверх, харда вниз идет, они всегда временно, они все время наверх. Скорость. Новый удир, конечно, ну, легкий стал, но неприятный. Это мы пока еще без Людена. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, неприятно, что могу сказать. Па-па-ра-ри-ра, па-па-па-ри-па-па. Леона может выскочить. Попал. Блин, попал бы, можно было бы зафигачить ее. Союзник убит. Мув такой себе, но я думал, он начнет ультовать. Ну, тут точно надо ее хейтить. Не получилось. Он серьезно сейчас будет мне говорить, типа, чё, я не Леону? Бесполезная сука мне пишет. Реально? Ну тут 1-1. Тут или я контролю Леону, тебя убивает Кейтлин. Чё? Я всем пишу, и чё? Типа на оскорбление, я... Вот тут вот, ну типа, блядь, это что, объективно было? Вот он... осмотрит, да? Или Кейтлин его убьет, потому что он замедлен и так далее. Подойдет, просто две тычки сделает. Или там тычку-кьюшку. Или он попробует убежать от Леоны. Я не знаю. Можно попробовать ультануть. Ам-парарирам. Ой, блядь, удир. Говножуй.
Ну тут удир. Кстати, my bad. Я варды плохо поставил. Но опять же, my bad. Я не зря в серебре сижу, то есть... Я играю все-таки так, для удовольствия, чтобы было приятно играть. Да, хочется побеждать, надо быть умнее. Но не каждому дано. Если бы всем было дано, все бы сидели в даймондах, я считаю. Но есть куда расти. Пам-парарира, па-па-пари-па-па. Ваша команда уничтожила башню. Покажу вам настоящую мощь. То есть мы, ну мы можем по миду. А, да? А, да. А, да, ну ладно, я... Надеюсь, я спасу его. Нет. Вот это хуёвый плейбол. Согласен. Чё, обычно я после Людена собираю песочные часы. Ну, если хил, я... короче, некромикон, да, этот. Марилономикон. Но если ничего такого нет, то часы. Часы имба. Часы я научился юзать. Всегда их надо проставить в одно место, да, то есть, ну, вот у меня на В, на русскую М, и все вот так удобно. Типа, ставить тут на цифры мне вот неудобно, потому что у меня всегда быстро готов к верти, да, там менять. На пятерку у меня что? У меня магазин только на пятерку. Бля, это же имба. Просто имбища какая-то. Этот рывок. Чё, он думает такой крутой, типа? Ну, тут они, конечно, фигню сделали. В лесу драться. Скоро дракич. У нас Йорик хороший, 7-3. Вард... Вот тут вот прикольный вард ставить. Можно его относительно безопасно сделать. То есть тут мы видим, кто идет. Здесь не видно, да. Ну, блин, тут везде так не поставишь. Тут ХГ нету. Блин, ну Йорик имба какая-то. Мне он не... Конечно, не зашел. Так, неплохо. Блин, отсюда сейчас кто-нибудь выскочит. Ну да, вот и выскочил. Твянь. Сзади. А-а-а. Хорош. Не, Йорик. Йорик имба. Йорик имба. Нормально, все, можем бэкать. Мега профит. Видел я фишку, типа, короче, как мега засплит пушить очень быстро. С первым появлением этого. Геральда, да? Герольда бездны.
Блин, ему бы текать, я не особо хочу там драться. Вот вы ждете пару секунд, да, чтобы там докупить айтем, например, какой-нибудь. Это норм тема или проеб времени? Пампара. 1-3-7 не лучший счет. У меня первая игра, когда я только попробовал этого саппорта Зерата, да. Зерат. Что-то у меня там прям 5-0 я шел сначала. Ну, тут все-таки, блин, неприятная Леона. Вот. Так, неплохо. Ой, это что за дэмэдж? Эй. Умри. Я хреново сыграл. У меня что-то все пропало просто. Все противники пропали. Часы плохо юзнул. Я что-то думал, на меня полетит. Там все-таки у дилера был рядом. Я думал, а сейчас такой исчезну. И чё? О. Ну, этот челик я хз, типа, с ним общаться вообще бесполезно. Очень много народа. Нужно их лесника ебать. Он серьезно думает, что вот если он так пишет, ему ничего не будет? Вопрос. Блин, а есть какие-то модераторы чата? Я бы хотел работать на Риот. Мне бы кидали жалобу, я бы проверял и банил бы. Нормальная тема была бы. Не попал. Блин, ну жара жуть. Вот так вот... Сидеть вообще жесть. Я не понимаю, это от света, да? От лампы так прям душно. Мам. Пам-парарира, пам-пам-пара-папам. Ау. Сейчас из какой-нибудь жопы выскочат. Ну вот уже. Ну хз, тут мои полномочия как бы все. Там вообще без Йорика драться нет смысла. Единственный профит в команде. Нам бы тупо снести пойти. Что я вообще не наношу дэмэдж. Где мой дэмэдж? Так, 1080 надо. Бля. Ультра слабый. Ой, ультра слабый. Ой-ой-ой, я ультра слабый. Да, кажись, проеб. Наша башня
Ну вот, опять, типа, игра... Да, были ошибки. Тут 100%. Безошибочно я пока не умею играть. То есть про что-то ты всегда забываешь. Но все равно, в принципе, можно было выиграть. Одну драку проиграли, все, мы уже супер-мега в минусе. И брат. Кто чей брат, не понял. Блин, бегают два челика. Кидают сверху всякую хрень. Вот ее было бы неприятно победить. Стил. Ладно, я просто сильный. Пам-парарира, пам-пам-парапам. Надеюсь, это гениальный вард. Опа. Пам-парарирам, пам-пам-парапапам. Блин, вот непонятно, надо ли было часы, да, или пробивание. Увеличение урона. Магическое пробивание. Ты куда ты лезешь? Это нереально. Ну, у нас есть Йорик. Йорик может так нормально спушить. Тут только сплит, мега сплит пуш поможет. Что значит еще одна могила? Да. Супер неприятно. Но нас не спушили так жестко. Это так и было? Да, удир новый имба пока что. Славно. Ой. Просто обалдеть. Как они трахают нас. Ну их нахуй. Ну это невыносимо сейчас из бытия просто. О, это Анвибида, блин, я не знаю. Вперед.
Ультра мега мало демеджа. Это не... мега нереально. Сейчас этот на развороте его еще трахнет. Ну стой, сука! Ой, тут еще это, блин. Я не могу ничего сделать, у меня нет маны. Есть шанс. Шансом выпадает. Что-то там, ладно, я не понимаю. Поймаю. Ой-ой-ой. Ну это... нереально. Хорошо. Нас успели пропушить? Или когда это? Когда это было? Успокойся, дядя. Мега-дядя. Блин, это маленькие миньончики в костюме? Это маленькие... Реально? А-а-а! Я думал, это такие типа роботы. Это маленькие типа миньончики в костюме. Фига себе. Нормально. Бесконечность. Ой-о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 й. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Жопа. Но он не бахнет. Он не задефнет. Блин, он эту бурю еще и пускать может. Это же вообще... Ой-ой-ой, хорош. Не очень хорош. Что это за хил? Это ГГ. Ну что могу сказать? Не самый сильный джин. Не самая лучшая игра от меня. Жесткий удир. Я не знаю, блин, что его сейчас банить. Я-то баню Юми в основном. Давай тут Йорик. Неплохо сыграл. Вот такая вот игра. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал. В следующий раз попробую получше отыграть. Ну, во-первых, я отвык. Сейчас будут оправдания. Я отвык просто на камеру играть. Во-вторых, я монитор поменял. Так-то я на этом играл. Сейчас на этом, чтобы записывалось нормально. Все. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Хотите увидеть доту? Можете ускорить этот процесс, задонатив любую сумму, хоть рубль. Если не рубль, нельзя, минималка стоит самим этим donation alerts. Ну а так, всем спасибо, всем пока.